Проба алмазоносного кимберлита массой примерно 700 грамм. Помещаю. Всякая мелочь для проверки. Работает. Поехали. После 40 импульсов раздробленную породу кимберлит. Ух ты, какой хромдиоксид оттуда торчит. Я бы думал, что мы его сейчас оттуда высвободим, он будет ювелирный. Вполне возможно. И также масса уже скрытых кристаллов. Вот это, конечно, очень красиво. Мне кажется, может быть, даже удастся его оттуда достать. Давай попробуем. Мы наблюдаем, цвет воды поменялся. Что же у нас внутри? Хочется увидеть вот этот хромдиоксид. А, так мы же его расфигачили, потому что он же на тонком сидит. Да? Скорее всего, но там на самом деле... Давай пошел. Еще кусок. Хромдиоксид. Еще не вскрылся, да, Слава? Не вскрылся. Его, может быть, на крупном сите лучше вскрывать. Это еще не трещит. Ну, кстати говоря, очень плотно. Это на кимберлит-то не похоже. Неужели такой плотный кимберлит, Олег Владимирович? Да, это кимберлит. Это интересно. Так, значит, у нас больше больших кусков нет, остались только маленькие. Есть ли у нас тут хромдиоксидик? Не наблюдаю. А вот он. Так. Луч. Скрывается, как мы видим, все. Максимально по границам кристаллов зерен. Зерен кристаллов. Хромдиоксидик. Ну что, господа. Я считаю, наш эксперимент окончен. Здесь у нас надситовой класс. Напомню, что сито у нас щелевое 1 мм. То есть у нас максимально сохраняется материал, несмотря на то, что тонкое сито. Вскрытие идет преимущественно по границам кристаллов. Вот здесь, например, хромдиоксидик. Что-то фокус не поймается. Это агрегат хромдиоксидов. А это говорит о чем? Потому что здесь есть алмазы. Цвет насыщенный, яркий, хрома много.
класс минус 1 мм. Здесь 7 микроалмазы.